Ребята, это снова Horizon Zero Dawn, 36-я серия, и в этой серии будет кое-что очень-очень интересное. Погнали! Мы с вами помогли Ванаше и ее друзьям перебраться вот сюда. Я не помню, как называется точно это место. Но, в общем, брат, младший брат короля теперь в безопасности. Я благодарен тебе за это. Но одновременно ощущаю стыд. Ну ладно, молодец. Хорошо. Я рад, что ты ощущаешь стыд. Мы направляемся сразу к венцу матери, сразу к родине Элой. Предлагаю быстро переместиться. Так, где тут? Чтобы ничего не терять, а хотя я сперва сохранюсь, вот. А потом уже сразу и перемещусь. Дымом пахнет. Лесной пожар. Так, мы с вами у врат объятий, я переместился... Стражи успели предупредить племя. Как только близко, насколько это возможно, и здесь уже что-то происходит, вот прям сразу это видно. Теперь немножко понятно, почему дальше нас не пустили. Придется тут немножко сразиться. У меня нет боеприпасов для этого оружия. Я не знаю, почему у тебя нет еще. Не изготавливала, что ли, да? 15. Все потратил. Так, что-то важнее. Ой. Это, конечно, простой рыскар, но... Всякое может быть. Не, подожди. Ой, три. Ах ты ж. Да я ж столько раз сражался. С этим демоническим не будет сложно уже. Не должно быть. Захватчик. Вот кого зовут. У него мало жизни по сравнению с тем, что было только что. Слышите? Ну иди сюда. Слышите, ну иди сюда. Что думаешь такой? Так, надо есть аптеку. Пить зелье. Где зелье против заражения, блин? Это холод. Это электричество. Нет у меня. А вот, даже что это такое? Нет, это другое было. Давай, все уже мало осталось. Что ты хочешь от меня? Че ему как хоть бы хны как будто? Да нет, смотри.
Где у него слабые точки-то? Можно узнать? Ага. Попасть бы. Ну, не так близко, слышь, ты охренел совсем, что ли? Не надо, не надо, не надо. Ты пушки заражи... Да ё, куда я? Фух. О. Классно. Вот свою слабую зону прям подставил. Ну давай, отсюда, все что, почти. Угу. Теперь будет полегче. Ну и я, ну прям когда уже все, ну что. Все, все, хорош. Успел камнем, блин, кинуть. Бросили все силы против затмения. Но удержать врата не удалось. Это будущее Аида. Железо и пепел. Бедняги. Так. Вот мы входим наконец-то во врата объятий. Последний раз мы здесь были серии в 6-й, наверное. Ох ты, Яшкин. С этими не обязательно, да? То есть здесь время-то потрачу. Так. Дозор матери, а нам... А, вот. Так, простите, гайцы. Какие, простите, гайцы? Это сектанты, сволочи. Простите, гайцы, блин. Ее сравняли с землей. Офигеть, что здесь произошло с нашего отсутствия? Как жалко, его, наверное, нельзя подчинить. Заражен. Но я попытаюсь хотя бы посражаться за нас. Чуть далеко ушел. Еще я хочу. Ой, тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Меня здесь нет. Враг здесь! Да твою налево, я не хотел. Хорошо, что я быстро сохранился, блин. Каждый раз. Че сделали с колыбелью матери? Гады. Заметит? Да, заметит. Или нет? Тихо, не видит. Сейчас, если я могу подчинить себе машину, допустим. Нет, только бесшумная атака. От зараза. Ну ладно, текаем. Зря я здесь сделал это. Действительно нахрен всех. Не хочу никакой битвы. Вот именно что, заняться что ли нечем? У нас сюжетка. Это битвы отвлекательные. Еще одна битва. Я еще хотел этого. Затмение идет дальше. Хотел себе подчинить машину ту большую, забыл опять имя.
Пилозуб вроде, чтобы он посражался за меня. Ну ладно, фиг с ним. Да, все в сражениях, война, машины людей. Их можно всех продинамить, можно попытаться посражаться. Я что-то вижу. Далансе, ничего ты не видишь. Идите лесом. Блин, все разрушили прям. Ух ты! Стой, сюда, сюда, сюда. Там наверху битва. Я слышу. Похоже на Громозева. Вот. Заряженный Громозев. Да что ж такое? А я с ним сражался? А подожди, да? Это же кто-то был. То есть не опять с ним? Что за карма? Затмение. Так и есть, заряженный Громозев. Выжившие должны были укрыться в горе. И если тоннель обрушится, они окажутся в западне. А я не смогу добраться до люка. То есть, это тот, с кем я уже сражался, так? Так, припасы, припасы. Опа. Варла. Асона, Асона. Почему Варла? А вот Варл, вот он. За великую мать! Ура! Отлично, подмогаич. Исона. Да. Я ждал вас. Блин, туда бы пройти поскорее. О! Подобраться к этому оружию надо. Кто запомнит нас, богиня? Так, меня пока не видят. Твою! Опа! Сразите его! Дайте мне отбежать, да блин. Оружия больше того нет. Ладно. Упс. Зарази, здесь нет места! Что ты будешь делать? Промазал. Убейте его! Так, подожди ты. Да? Кто кого? Что сказал? А ну иди сюда. Уничтожьте демона! Сейчас я хотя бы с ним не один сражаюсь. Вау. Тихо. Не надо. Лой, держись. Фух ты, тихо, чё орёшь. Вау, расстреляли так вообще. Так, ладно, я пойду. Перебью всех этих, потом... Потом возьму супер оружие. Богомерзкая тварь! Смерть тебе! Опс, я случайно. Я хотел попозже начать атаку. Но меня никто не заметил, как круто. Уничтожьте демона! Ух ты! Че попасть не могу в них? Слышь? Опа, заметил. Ой, как заметил. Стой, стой, мне надо отойти хотя бы немножко. Четко. Стильно, молодежно.
можно отвернуться вот так? Подожди, да бляха-муха, я не хотел. А, так, свои остались. Можно мне супероружие взять? Где оно? Вот оно. А, это не супероружие, да, блин. Ступил, извиняюсь. Ой, Илой, беги. Да запомнит нас богиня. Так, до оружия я добежать не успеваю. Так, давай берем ресурс. Интересно, что машина меня тоже замечает. Ладно, все уже против всех. Уже не важно мне. Ух ты! Фига, стой, стой, дай мне выбрать. Дай мне успеть. Там что там? А, там не это. Так, эфоч. Зарази, здесь нет места! Возвращайся в грешную землю, демон! А прикиньте, я бы эту миссию проходил до Ванаши, я бы охренел. Увидев такую громадину. Да запомнит нас богиня. Да запомнит нас богиня. О, тут есть супероружие. Офигенно. Офигеть. Офигеть, офигеть, офигеть. Как-то боеприпасы кончились. Жалко. Еще хочу. Блин, вот еще одну такую вот взять, если смогу. И будет вообще круто. Ой, опасно. Фига он с неба атакует. Куда я бегу, блин? Фига. Ну я же думал, что я смогу. Ну хоть здесь чекпоинт человеческий есть. А это прям меня видит, да и... Отвлекайте его, пожалуйста. Пжилст. Так, погнали. Ну что, это было офигенно. Надо поскорее взять еще один. Как-нибудь умудриться. Так, давайте еще полутаем. Богомерзкая тварь. Так.
Стой. А как он меня достал? Когда, где, почему? Зарази, здесь нет места! А ты еще эти остались? Сектанты. Зарази, здесь нет места! Так, это мой шанс. В грешную землю, демон! Где оружие? Все использую. Ой, беги, блин! Я извиняюсь, я. Вот оно. Офигеть, перекатываемся, убегаем нахрен. Так. Просто. Только нашел оружие. Вот оно, близко здесь. Давай. Ну че? Ну все, все, все уже. Тра-та-та-та-та-та-там. Концовочка, отлично. Вот это было здорово. Вот это по-нашему. Че сразу там так не сделал? Ну конечно, это как-то негуманно. Подожди, это негуманно. Вот так. Все. Так, подождите, лут. Еее. Освоив навык собирателя осколков. Че, освоить? Я не успел. А подожди, что он делает? Так, сейчас. Сейчас какой-нибудь навык освою. Сейчас. Собиратель осколков, где здесь? Собиратель. Это, да? Кстати, ремонт ездовой машины надо. Сборщик. Ну, собиратель, да, ну. Больше природных ресурсов. Зачем мне это? Ремонт машины не знаю, зачем они. Не так-то часто передают. Ну, давайте будет. Почему бы и нет, пускай будет. Все, много лута не бывает, так что... Давайте уже пойдем к ним. Элой. Ну да. А, вон мне с Варлом надо поговорить. Ладно, давайте чуть-чуть сейчас. Сука. Все так же, как в старых преданиях. Что ты... Ты спасла нас. Сделала то, что не под силу ни воину, ни вождю. Я так рада, что ты цел. Варл, все хорошо? Столько убитых. Столько горя. Хоть на этом все? Увы, нет. Это лишь одна битва. Будут еще. Ясно. Но пока у нас есть такой воин, как ты, мы все преодолеем. И все началось с сектантов. Так, уцелевшие войско затмения, твои раны. Ну... Давай с уцелевших начнем. Сколько человек уцелело? Почти все матриархи и многие семьи, хвала богине. Но воины всего несколько и почти все ранены. Ни один враг еще не наносил нам такого страшного удара. Даже Карха в годы красных набегов не могли прорваться к объятиям. Пусть этот враг и прорвался, но уйти не ушел. Мы не выпустили. Войско затмения. Расскажи про нападение. Как все было? Ударили с востока. Стражи видели убийц на подходе. За ними шли истребители и демоны, и другие машины в безумии. Мы их ждали, встретили их градом стрел. Но они все шли и шли. Наконец, мы отступили к вратам объятий и заняли оборону. Но их было много. Те, кто выжил... Отошли к горе. Значит, выжившие укрылись в горе? Но ведь туда вроде можно только матриархам. Тирса нарушила запрет. Велела жителям спрятаться внутри.
Ну, хотя бы что-то разумное. Против. Но в этом гомоне ее просто никто не услышал. Тирса спасла много жизней. Хорошо. Хоть в ком-то возобладал здравый смысл. Ты сильно ранен? Синяки сойдут. Кости срастутся. Не надо мне песен, говори как есть. Раны болят, но не так, чтобы я не мог драться. Там потом поговорим. Сначала беспокоиться потом. Мне нужно войти в гору. Матриархи тебя уже ждут. Знаю, но я пришла не к ним. Тогда зачем? Увидишь. Мы пришли узнать правду, наконец-то входим в эту гору. Наконец-то. Я этого долго ждал. Наверное, и вы тоже. Мы этого долго ждали. Наконец-то. Что-то будет. Мне кажется, что богиня забыла искать. О, ты вернулась. После стольких... С такого времени. Где Тэп? Элой. А ты вот. Вернулась. Нет? Искатель снова с нами. Тирс. Подойди к нам. Рассказывайте. Итак, ты наконец вернулась? Не просто вернулась. Прорубила путь сквозь полчища врагов. А еще она одолела зараженного Громозева. Она сняла осаду. Как ей это удалось? По воле Великой Матери. Так ты вернулась, чтобы поговорить с богиней? Да, можно так сказать. Теперь должно получиться. Сестры, мы не можем этого допустить. Из-за нее племя оказалось на грани гибели. Вдруг она призовет отца, железного беса? Она хочет погубить нас всех. Ей надо помешать. Вам меня не остановить. Отпустите свой страх, Лензра. Проследовать внутрь, не обращая на них внимания. Не, ну что-то мы им должны сказать все-таки. Давайте вот так, по-доброму. Лензра, хватит. Не стойте у меня на пути. Не бойтесь. Если я что и усвоила за это время, так только то, что есть люди пострашней, чем вы. Наконец-то. Неужели наконец-то? Действительно. Проводится опознание. Ошибка. Альфа-реестр поврежден. Альфа. Отправка. Альфа-реестр восстановлен. Генетический профиль подтвержден. Вход разрешен. Здравствуйте, доктор Сулас. Вы можете войти. Ну и что нас там ждет? Ой, что нас ждет? Ну погнали уже, пошли. Че тянуть? А, или все, или там маленькая ко... Да нет. По закону жанра мы остались одни. Ты уже внутри. Как знала, что ты объявишься. Ну, приступим. Скорее продолжим. Ой, считай как хочешь. О, что здесь? Грибочки? Потерянная фигурка. Это и есть Элифия. Здесь я родилась? Здесь тебя создали. Так это искусственные матки? Матери нового поколения, рожденного сотни лет назад. А я?
все это. Эту дверь они сильно не взлюбили. Она была заперта. Когда-нибудь? Ты конечно, всегда так говоришь. Мы хотим сейчас. Там много места. Сейчас, отец. Дети, эта зона пока недоступна. Чего они хотят-то? Внимание, что? Чего это был за бред? Проводится опознание. Генетический профиль подтвержден. Вход разрешен. Здравствуйте, доктор Сода. Можете проходить. Че, думал, там уже закончилось? Ладно, пофиг. Так, что тут было такое? Мечта об Аполлоне. Так и не сбывшаяся. Но почему нет? Здравствуйте, ученики. Пожалуйста, возьмите визор и закрепите его на голове рядом с глазом. Я облазил полмира в поисках визоров, которые можно было бы починить. А здесь их целая куча без дела валяется. Вот тена. Для доктора Соба. Просканируйте сообщение визором. Что-то важное. Давай посмотрим. Предсмертная просьба Геи. Элизабет. Я должна проинформировать вас о непредвиденной катастрофической аномалии. 3 микросекунды назад комплекс Гея Прайм получил пакет данных неизвестного происхождения. В результате его обработки все мои подфункции были преобразованы в самостоятельные сущности, не поддающиеся управлению. Что? Функция АИД полностью перехватит управление системой терраформирования после пробуждения, что приведет к вымиранию жизни на Земле через 52 дня. По очевидным причинам я не могу этого допустить. Поэтому, пока Аид не взял на себя управление, я готовлю реактор Геи Прайм к перезагрузке. Последующий взрыв должен уничтожить Аида. К сожалению, я также буду уничтожена. Эта крайняя мера позволит предотвратить непосредственную опасность, однако угроза для жизни на Земле сохранится. Без центрального органа управления система терраформирования продолжит функционировать по инерции, но будет действовать более хаотично и со временем выйдет из строя. Она про безумие машин? Решение вы. Я приказала этой колыбели использовать генетический материал из криохранилища, чтобы вырастить экземпляр Элизабет Собек, моего создателя. Высокоуровневые директивы запрещают мне прямой контакт с представителями племени, обитающего снаружи. Однако имеющиеся данные свидетельствуют о том, что они возьмут вас под опеку. И по достижении физической зрелости вы сможете вернуться сюда, взять один из визоров, хранящихся внизу, и увидеть сообщение. Также ваш генный отпечаток позволит вам попасть в другие комплексы. Со временем, используя их технологии, вы сможете воссоздать ядро системы и перезагрузить гейм. Одну минуту. Это крайне неожиданно и неприятно. Аид отреагировал на мой приказ о самоуничтожении. Он запустил вирус, который должен разрушить сдерживающий его код. Код, что сдерживает их всех. Он, они убегают. Но куда? Вирус повреждает данные по всей системе. Если... О, файл альфа-реестра в колыбели тоже был поврежден. Но если это так, вы не сможете сюда войти. Не увидите это сообщение. Значит, все кончено. Жизнь погибнет. Нет. Нет, Элизабет, я хорошо вас знаю. Вы точно найдете решение. Для вас нет ничего невозможного. Отправляйтесь к руинам Гей Прайм. Найдите пункт управления, а в нем главный блокиратор. Он позволит ликвидировать Аида, если вы сумеете им воспользоваться. Не пытайтесь починить ядро системы, пока Аид функционирует. Аид должен быть уничтожен. Это все. Мне жаль, что я не услышу ваш голос. Ха.
То есть сначала надо будет уничтожить Аида, потом что-то сделать с Йенром, если я правильно понял. Что ж, ты не перестаешь меня удивлять. У меня не было матери. В каком смысле? У тебя их две, женщина и машина. Я не человек. Я инструмент, изготовленный машиной. Ну ладно, душа-то у тебя есть. Пламени. Чтобы потушить пожар и спасти мир. Разве трагедия узнать, что у тебя такая важная роль? У тебя есть вот предназначение. Вот именно. Так что, как устанешь себя жалеть, поднимайся на злой перевал. Я буду ждать тебя у руин Геи Прайм. Ребят, финал близок. Финал ближе, чем даже я себе мог, наверное, представить. Сейчас посхочу. А туда нельзя прыгнуть. Окей. Все. Побегали здесь, хватит. Так. Прежде всего сейчас найти сохранение. Сохранение, сохраниться. А, я думал, там машины сейчас будут. Говорила богиня? Ну да. Что она сказала? Что я рождена, чтобы снять проклятие. Убить железного беса. Как, Элой? Как? Пока не знаю. Но она сказала мне, что делать и дальше. И ты это сделаешь? Такова ее воля. Для того я создана. Да, я это сделаю. Ну, хоть попытаюсь. Слава Элой, избранной Нора! Слава Элой, избранной Нора! Хватит! Слава Элой, избранной Нора! Сначала изгнали меня, а теперь... Не смейте мне поклоняться! Я вам не избранная! Даже я вообще не ваша! За вашими границами целый мир огромный, другие племена ничуть не хуже вас. И им всем грозит опасность. За этот мир стоит сражаться. Не только здесь, повсюду. Как тебе помочь? Если можете, готовы сражаться. Идите в Меридиан и ждите меня там. Как Элой сказала, так тому и быть. Нора, расступитесь! Дайте ей выковать тропу, по которой другие пойдут. Достижение снять осаду Великой Матери. Да ладно, изменилось, блин. Ну, раз чуть-чуть опыта набрались. 28-й, наверное, сейчас будет уровень, да. Павшая гора. Максимальный запас здоровья плюс 10. В смысле, что это значит? Так не показывает. Сейчас хочу сбегать сюда. Просто, не знаю, просто. Может, что-то лежит, что-то. Детки бегают! Ты же та самая. Да он какая-то самая. Я обычная. Так, ладно, все. Дайте наружу, мне надо сохраниться вручную, чтобы все не потерлось. Еще, сейчас, скорее всего...
скорее всего, перезапущу игру сам. Так, вот. А чё, где костер? А все, он сохраниться нельзя больше. Так. Прикол. Ладно, есть еще костры. Так, нам надо... Доберитесь до золотого... До злого перевала. Вот. Да, предлагаю уже добраться до злого перевала в следующей серии. Я сейчас доберусь до... сохранялки, сохраню игру. И вот, узнаем, что будет дальше. Финал близок. Что мне кажется, еще несколько серий, если не буду отвлекаться на всякие второстепенные. Скорее всего, нет, но не знаю еще. Посмотрим, что сейчас будет. Вы выходите в новую зону. Ничего себе новая зона. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Тиа, вы были на канале Тиа Геймс. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока.